Я не знаю, как это все будет развиваться и во что выльется. Но пока меня это не касается, мне, в принципе, до этого дела и нет. Но я не думаю, что это коснется, ну, как бы, простых граждан. Ну, какая в этом выгода? Там уже в нашем мире все так тесно завязано, все эти экономики, политики друг с другом, что, мне кажется, тут с санкциями тоже надо быть аккуратным, не перейти бы вот эту линию, когда уже себе во вред это начнется, там, со стороны Запада.